15 выпустил. У карьера. У карьера, да. Пошли ты от того, пахана пробуй. Доброе утро. Утро. Собираемся на работу. Утро дором не бывает. А медведи любят нас, а Егора я гоняю, как собаку первый класс. Сейчас найдем следы и разработаем, пацаны. А сейчас следов будет видна труба. Это тормоза слабые, Дим. Добрый день. Мы сегодня распределили обязанности и нам поставили задачу проехать километров 12-13, посмотреть след. Что и будем сейчас выполнять? Если найдем след, по рации свяжемся, они пошли другим маршрутом. Будут они смотреть. Или либо они, либо мы. Если найдем след, то работаем. Состыкуемся, ну а дальше будем освещать все действия наши. Встреча на охоте. Ну что командовал, говорил, куда, чего, как. Вот болото, видишь? Смотри сюда. Я не могу так. Я тебе покажу, а ты у себя. И ты дон, вот это болото, вот этим аппендицитом, и вот так туда херить. Я вот так вот отсюда вот захожу. Да, да, вот да, сюда. Да, да, да. Я думаю, что тебе лучше вот тут где-то перейти и по. Долго вот... озеро, мне смотри, мне его сверху хоть или снизу. Не знаю. Сейчас я еще на телефоне посмотрю карту. Этим перешеечком идешь, идешь сюда. Во время движения ребята увидели бегущего медведя по склону. Очень далеко. Так, вы, тут где-то километров 6. Сюда, либо сюда ебанем. Здесь-то мы их не выцепим, блядь. Поэтому я не понимаю, почему его бросили. Тут поле будет. Санечка, иди один. Здесь широко? Ну, широко, от собак зависит. Каждый сделает. Вот он там. Ну, вот я. Саша, понял, да, вот так, между Димой и Ламбушкой. А? Как открывать? Нет, не открывать. То есть наш трек, как мы ехали, помоги мы ему. А я выпущу. Место. Так, что я тогда? Утренчий пока, да? Не люблю я это дело. Самое интересное. Сегодня приехали к Василию Ивановичу. Ветл озеро. С утра заполнили документы. У него есть мишки. И пошли работать. Притом... Поехали выпускать собак и на зрячку увидели медведя, метров 150 по делянке скакал. Выпустили собак, не сдержались, конечно, молодые, выпустили собак, собачки полетели, пошла работа. Не все собаки соединились, в основном тянул Пашин тунгус,
и еще Александра Николаевича Фраер. Они вдвоем проработали 2.5 часа. Из-за того, что они его оставили, нам не хватало буквально чуть-чуть, чтобы этого медведя забрать. Вот я к чему это говорю, к тому, что вязкость собак нужна для того, чтобы добыть зверя. Все звери, медведи в основном спринтуют поначалу, как его поднимают собаки, 1.5-3 километра и останавливаются. Вот если в это время мы его не успели, чем быстрее мы до него добежали и начали его, например, забирать, тем, будем так говорить, от скорости охотников тоже очень сильно зависит. Ну вот вязкость в данный момент нам не хватило. Я очень зол на собак. Там еще были две мои суки молодые, которые, не знаю, либо не хотели, либо не чувствовали медведя. Ну, очень ветреная погода была. Они не пошли и не работали. Что начинает меня доставлять задум. Притом одна из них уже была один сезон на медведях. Но тем не менее... Пока не радует. Расстроен. Но собачки, что могли, то выдали. Но 2.5 часа это очень мало для собак на медведя. Не хватает вязкости. Была бы больше вязкость, медведь бы нагрелся, остановился. Я же говорю, 5 часов и более. А тут даже 5 не было. Ну, сейчас мы после обеда еще раз вышли. Мы, короче, в 10, мы в 4 утра вышли. В 10 опять вернулись. Позавтракали, легли, поспали, потому что мы всю ночь почти были в дороге. И сейчас после обеда в 16 вышли снова. Сейчас темнеет поздно, где-то в часов 10, поэтому до 10 можно еще работать. Вот Александр Николаевич, наш Саша, пошел с собачками. Посмотрим, что дальше будет. Вот след старый есть, дождем мытый, прямо вот рядышком. Ну, мишка небольшой. Вот собаки уже от нас 600 метров. Ну все, ждем результата, будет охота, не будет, сложится, не сложится. Ну, здесь на произвольную пошли, то есть просто от фонаря. Знаем, что где-то здесь живет медведь, а уже дальше сложится, сложится, подымут, не подымут. Ну, по приметам, как говорит Василий Иванович, должно все сложиться. Я не знаю, какие он приметы свои карельские применяет. Он не говорит, он улыбается, говорит, вот хорошая примета, мы ее проезжали только что. Витёк, если мы тебя на вязке здесь на год оставим, останется? Да подожди, да. Нет, так, брат. Изба. Тут 1.5, там 1.25. Какие просторы красивые, а? И Потапыча найти здесь. Надо это все перешагать ногами. Собачки от меня работают 410 километров. 4 голоса вместе. Кого работают, пока не знаю. Заходили мы на медведя. А там сейчас видно будет, когда прояснится картина. Датчики лая отбивают 2 АИ-200. Все хорошо. Thank you.
голову стреляет. В затылок. Я подожди, сейчас встану на подстраховке. Следы медведя забирался от собак туда на самый верх. Вот. Вот он. Какой. Привет. Фраер. Молодец, молодец, молодец. Жива. Жива. Молодец, молодец, девочка. Витек, молодец. Нет, ладно, чтобы Витя был цел и невредим. Браво, браво. Ух, я рад. Молодец. У меня добавится плюс один ученик медвежатник. Молодец, 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 молодец.